Катю снова шантажируют. Ей необходимо срочно найти большую сумму денег, иначе компрометирующие ее снимки попадут к Виктору Алексеевичу, и он прогонит Катю. Но снимки все-таки видят влюбленный в нее Герман. Он разочарован в любимой. Маргарита устраивает Виктору скандал. Ей противно, что Виктор так благоволит прислуге. Тем временем Катя попадает в новую западню.